Так, Максим Алешин. Это опытный гимнаст. Прекрасное сальто назад над жердью. Наверное, еще раз, только уже с поворотом и еще более блестяще. Теперь немножко успокоиться. Вот это, да что же это такое за камень преткновения у них? Второй парень на этом, как говорится, сгорел. Да. Ну, все бы ничего, если бы не та ошибка, которую мы с вами увидели в середине комбинации. Не ожидал он, проделал таких два рискованных перелетовых элемента, и вдруг, когда делал продев двумя, вот здесь у него, ему не удалось выйти в стойку. Смотрите, какой шикарный перелет один. Сейчас разбавляет одним оборотом, и с поворотом на 360 и снова прекрасно схватился за жердь, за гриф. А вот, так, оборот на одной руке. Это уже концовку показывает. Хорошо он набрался, забрался в высоту и совершил соскок, но он не очень.